আমার যথাযথ দণ্ডবত নাম স্বীকার করলেন। Мы слышали с вами о жизни Санатаны Госвами. Он является очень близким спутником Махапрабху. Мы с вами слышали об этом. Он великий вайшнав. Мы слышали об его славе из лотосных уст вайшнавов. Я хочу принять остатки этого вайшнавов и хочу рассказать вам несколько слов. И если я совершу какие-либо ошибки, пожалуйста, простите меня. Махарадж, он рассказывал так красиво. Он рассказал суть всей харикатхи. В соответствии с индийской культурой у нас есть одна особенность. Риши в прошлом, они сохранили для нас бриллиантовую звезду, всю ведические касты, всю... И мы должны всему этому следовать и иметь такое же поведение. Кришна, Ведавьяс — это аватары Кришны, Вьясадева. Он Гьяна Амвиш аватар Господа. Его называют Гьяна Амвиш аватар. Его называют Деппаян. Он разделил веды и проявил их. Деппаян Веда Вьяс, его имя. Вьяс? Что значит Вьяса? Тот, кто распространил. Тот распространяет Харикатху, Кришна Катху повсюду. Его называют Вьяс. Зависло видео, ждем. Это место, в котором мы сейчас сидим, это место Гурварги. Так много махаджан в этом мире. Они совершали аскезы. Если вы послушаете об их истории жизни, вы поймете, что мы ничего не делаем, если сравнить с этими великими саду. Это как небо и земля. Это место великих риши и саду. Но по приказу гуру и вайшнавов, несмотря на то, что мы не сравнимы с ними, мы все равно просто исполняем волю гуру варги. В ведах объясняется ведаканда, кармаканда, гьянаканда. Карма-канда и гьяна-канда — это как яд. Так или иначе, они описаны в ведах.
Вы должны оставить карму канду и гьяна канду и оставить только бхакти. В ведах описывается карма канда, гьяна канда и бхакти канда. Почему? Есть разные виды людей. Какие-то люди хотят принять прибежище у кармы, какие-то люди хотят принять прибежище у гьяны, а кто-то у бхакти. Бхакти-канда, она делится на две. Бхакти-канду также называют упасана-канда. Упасана-канда, она делится на два. Поклонение полубогам и богиням. И другая часть, как поклоняться своему Бхагавану Шри Кришне. И таким образом в ведах объясняются все эти вещи. Если бы Кришна в виде ведавьяса, он не был бы здесь, если бы он не написал все эти книги, мы бы не были способны понять все эти вещи, что является истиной, абсолютной истиной. Для того, чтобы узнать абсолютную истину, нам необходимо изучать веды. И суть вед — это панишады. А еще большей сутью является веданта. И чтобы понять истории из Пуран, если вы посмотрите, то в Пуранах описывается очень много деталей различных историй. И Ясадева, он все объяснил наилучшим образом для нас. Он написал 18 Пуран, 6 настроений благости, 6 настроений страсти и 6 настроений невежества. Почему? Потому что каждый человек имеет свою особую квалификацию. И каждый человек будет хотеть обсуждать те вещи, которые находятся в его природе. Если он находится в гуне благости, то захочет обсуждать вещи в гуне благости. Если в гуне страсти, то в гуне страсти. И в невежестве то же самое. И тот, кто находится в гуне страсти, ему будут интересны пураны в гуне страсти. Ясадева, он проявил восемнадцать пуран. Он все сделал. Изначально он проявил 17 пуран, но он был неудовлетворен в своем уме. И в обсуждении Вьясы и Нарады в ведах очень четко описывается, как однажды он был на берегу Сарасвати, он принимал омовение и медитировал. Но его ум был очень обеспокоен. Он пытался контролировать свой ум, сосредоточиться. Но для него это было очень сложно. Его ум был очень обеспокоен. Но он не понимал, почему его ум был так обеспокоен. И тогда, в этот момент, по желанию Бхагавана, лучший из преданных Нарада Риши, он проявился там. И в комментариях Госвами объясняют, когда наша удача, она распускается, тогда мы получим даршан Гурупада Падмы. Этот стих из Чайтанья Чаритамриты. Чайтанья Махапрабху, он сам говорит этот стих, произносит его собственными устами, и он дает это учение. Мы скитаемся в колесе рождения и смерти, и когда распускается наша удача, тогда мы встречаем истинного гуру. Множество людей говорят: «Я ищу гуру», но на самом деле это неверно. Почему нет? Кто может искать?
Тот, у кого есть глаза, тот может искать гуру. Но тот, у кого нет глаз, как он будет способен найти кого-то? В чем же значение этих слов? Как мы можем искать гуру? В пранама-мантре что мы говорим? Мои глаза, они слепы из-за невежества. О, Гурудев, дай, пожалуйста, мне луч света, свет знаний, и подари мне прозрение. Все вы знаете эту пранама-мантру. Мы находимся в невежестве, в темноте. В темноте невежества, мы слепы. А слепой человек, он может кого-то искать? Ну как же вы можете искать гуру? Многие люди говорят, о, я ищу гуру. Но вы не можете искать гуру. На самом деле, когда ваше сукрити, оно накопится достаточно и созреет, тогда по желанию Бхагавана, Гурудев, он обязательно проявится рядом с вами. И затем, по милости гуру, вы сможете узнать его. Если вы получаете по милости Кришну, вы можете встретить гуру. Если вы получаете милость гуру, тогда вы сможете обрести Кришну. И встречая гуру, вы получаете встречу с ним по милости Господа. Если вы получаете милость гуру, то также вы сможете обрести Господа. То есть две милости. Милость гуру и Кришны, они зависят друг от друга. Без милости Кришны вы никогда не сможете обрести гуру. И без милости гуру вы никогда не сможете обрести Кришну. Вы понимаете? Эти две милости, они зависят друг от друга. И есть одна история Друва Махараджа. Друва Махарадж, он отправился поклоняться Господу. Он не знал, как получить даршан Господа. И тогда Свайам Бхагаван Нараяна, он вдохновил в сердце Нараду, и Нарада он пришел к Друве. И Нарада он дал дикша-мантры Друве. Мы должны знать это, что без милости Бхагавана мы никогда не сможем обрести милость истинного гуру. Шастры объясняют. Где же найти гуру? Многие люди говорят, я ищу гуру. Ну как вы узнаете, кто такой гуру? Что за гуру татва? Гу значит темнота. Ару значит свет. И тот человек, который уничтожает все невежество и темноту в нашем сердце, он разрушает это. И тот, кто устанавливает свет в нашем сердце, это и есть гуру. Мы слепы. Прохлада Махарадж говорит, если слепой человек, он пытается вести слепого человека, то оба они упадут в колодец. Но у гуру, у него есть глаза. И шастры объясняют. Мы должны молиться Господу. Если вы молитесь Господу, Бхагаван в нашем сердце в форме чатья гуру, Чатья гуру, он находится в нашем сердце. Гуру татва — это очень сложная тема, и очень сложно понять ее с одного слова. Гуру значит также тяжелый. Тяжелый. Как узнать, что что-то тяжелое?
Чтобы узнать, что что-то тяжелое, вам нужна милость Бхагавана. Что-то сложное узнать не так просто. Нужна милость. По милости Кришны мы можем узнать Кришну Татву. По милости Гуру мы также сможем узнать Гуру Татву. Если мы не получим милости Гуру, мы никогда не сможем узнать ничего о Гуру. Но милость Гуру и Кришны, они всегда идут бок о бок. Но что идет первым? Милость Гуру или милость Кришны? Чем милость вы получаете первой? Должна я сказать вам или нет? Милость Гуру. Но также мы с вами слышали, что без милости Кришны мы не сможем узнать даже, где этот гуру. И мой гуру Махарадж, он говорил, очень редко вы сможете найти истинного гуру. Но что говорить об истинном гуру? Еще сложнее найти истинного ученика. Так много различных гуру. Банда-гуру, кен-гуру, ложные гуру. Махарадж, он уже говорил этот стих. Очень редко можно найти истинного гуру. Кто говорит этот стих? Сам Шивджи. Однажды Деви Парвати, Ума, она сказала, «О, Махадев, мой супруг, пожалуйста, скажи мне, кто истинный гуру? Каковы симптомы истинного гуру? Как узнать, кто такой истинный гуру?» И эту шлоку произносит Махадев. В этом мире очень много гуру, которые будут пытаться только лишь эксплуатировать своего ученика и вытащить из него побольше денег. Много гуру в этом мире, они будут пытаться только лишь эксплуатировать своих учеников. Для того, чтобы получить от ученика побольше денег. Но гуру, который на самом деле будет стараться уничтожить страдания адхиатмика, адхибаутики, адхидаевика из сердца ученика. Такие гуру очень редкие. Но гуру, который только лишь уничтожает адхиатмика, адхибаутики, адхидаевика в сердце ученика, это еще не гуру. Встретить настоящего гуру, истинного гуру, это очень редкое явление. Не каждый способен встретить истинного гуру. И каковы же симптомы истинного гуру? И также мы должны знать симптомы неистинного гуру. Мы должны знать и то, и другое. Но как же мы узнаем об этом? Мы должны посмотреть, что говорят об этом шастры. Но шастры говорят и описывают определенные симптомы, по которым мы сможем узнать истинного гуру. Тот человек, который обладает истинным, совершенным поведением, тот, кто следует всем правилам Писания, тот, кто с помощью кого мы сможем осознать и реализовать все в нашем сердце, эта личность является истинным гуру. Ясадев — это Шакти Авеша Аватар Бхагавана. Это сам Господь Ясадева, это необычная личность, но он совершает эти лилы. И он сбивается с толку, его ум был обеспокоен, он не понимал, что происходит. Почему его ум был обеспокоен, он не понимал, и по милости Бхагавана истинный гуру пришел к нему. Кто? Нарада Риши. Он проявился. Нарада Риши пришел, и он сказал Ясадеву, «Я знаю, что твое сердце обеспокоено». Также Гурудева называют Бхагаваном. Вы также можете использовать слово Бхагавана по отношению к гуру. Почему? Потому что Бхагаван также переводится как тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. И гуру, он знает прошлое, настоящее и будущее. Поэтому вы можете также это употреблять по отношению к Гурудеву.
Итак, Нарда, он сказал, о Вьясадев, я знаю, почему твой ум обеспокоен. Ты прочитал так много... Извиняюсь, ты написал так много книг. Сколько? 17 Пуран. И на самом деле все эти книги, они вечные. Но... Знаете, как солнце, оно также всегда светит. Мы говорим, что солнце, оно садится и встает, но оно всегда там, всегда светит. Сейчас, допустим, у нас вечер, но если вы отправитесь в Америку, в Нью-Йорк, то там сейчас день. Сколько сейчас? 9 вечера, а в Америке сейчас 9 утра. Вы можете посмотреть. И посмотрите мировые часы в разных странах, и вы увидите, что там сейчас день. Солнце, оно всегда светит. И таким же образом эти Пураны, они вечные. Веды, они вечные. Бхагаватам также вечные. Ну, так иначе мы обсуждаем, как они проявились и так далее. Итак, Нарада, он сказал Вьясадеве, смотри, те книги, которые ты описал, что это за книги? Допустим, Шива Пурана, Раджасик, Сатвик, Тамасик Пураны. Но ты не написал, кто такой Верховная Личность Бога, кто такой Своям Бхагаван. Ты четко не описал об этом. Ты не написала об этом в подробностях. Прочитав Шива Пуран, вы подумаете, что Бхагаваном является Шива. Если прочитаете Брахма Вавьяртха Пурана, вы подумаете, что Брахма является своим Бхагаваном. А если прочитаете Матсья Пурану, подумаете, что Матсья является Бхагаваном. Какую бы Пурану вы ни прочитали, вы подумаете, что эта личность и является Бхагаваном. Но Бхагаван один. Как возможно, что их так много? Кто же является верховной личностью Бога? Люди, они спрашивают об этом. Люди, они читают эти Пураны, и они сбиваются с толку. Так много вопросов появляется у них. Их ум, он полностью обеспокоен из-за этого. Итак, ты написал эти Пураны. Но ты не описал четко, кто является Бхагаваном. Второе, это то, что ты описал лилы. Но ты не описал, когда Кришна он принял рождение, когда он женился, когда он совершает расалилу. Иногда ты описывал одну лилу в одной книге, другой другую, но ты... не написал их в градации, как они, по очередности. Поэтому люди, они сбиты с толку и обеспокоены. Дваракадиш Кришна там есть, и Мадхурадиш Кришна тоже. Но Кришна же он один. Но мы видим их три. Кришна Вриндаване, Мадхурадиш Кришна, Дваракадиш Кришна. Ты все лилы смешал, и поэтому люди, они будут обеспокоены. И третий момент. В Пуранах ты также четко не обозначил, что является главной целью для всех живых существ. Дхарма, религиозность, артха, кама, чувственное наслаждение. Есть еще между ними мукти, чатурваги. Есть 4 цели. Но за пределами мукти есть еще что-то, и ты не сказал об этом. Ты не сказал о главной цели. Панчам парашарта Кришна прем. Ты не описал это в деталях. Ты сказал об этом не напрямую, но напрямую ты не описал это, и люди не могут понять этого. Что находится за пределами мукти, они знать не знают. Ты не описал это.
И еще один момент. Эти лилы Кришны, которые ты описал, самые наивысшие лилы Кришны — это расалила. И ты не описал в деталях эту прекрасную расалилу. Бхагаван, он верховная личность Бога, и он находится под контролем гопи, под контролем их любви, и ты не описал это. И также Гита Махабхарата. Шанти Парват в этой части Махабхараты это есть Гита. И Бхагаван говорит: не беспокойся, полностью предайся мне. Но также в Гите Кришна говорит: насколько ты будешь поклоняться мне, настолько я и отвечу тебе. Кришна говорит это, но в Бхагаватам. Кришна говорит: настолько, насколько ты предаешься мне, настолько я и отвечу тебе. Но что находится за пределами этого? Ты должен также рассказать об этом, как же Кришна, он находится в зависимости от любви и гопи, как они контролируют его своим чувством. В Бхагавате мы можем видеть это описание. Своям Бхагаван, он говорит: Кришна говорит, я не могу отплатить вам за вашу любовь. Есть большая разница между Гита Катхой и Бхагават Катхой. Он говорит, наивысшую любовь ты не описал. И тогда Вясадева сказал: «Хей, Гурудева, как я буду способен описать эти вещи?» Это не просто взять ручку и начать писать. Все поэты и авторы в этом мире, они пишут то, что они хотят, придумывают что-то и пишут. «О, лошадь летит в облаках», люди пишут. Вы знаете истории про привидения. Много разных вещей придумывают люди. Истории про каких-то воров. Много разных историй люди придумывают. Но чтобы написать абсолютную истину, необходимо совершать тапасию, совершать баджан, принять прибежище у истинного гуру. Тогда вы сможете написать истину, совершая баджан. Постепенно, постепенно, по милости гуру и Бхагавана, вы обретете реализацию в вашем сердце. Нарада Риши, он говорит: «Хей, Вьясадев, ты должен практиковать бхакти-йогу. Эта катха, она очень красивая». И затем Ясадева, по милости Нарады, да, это гуру Крипа, он был способен совершать бхакти-йогу, практиковать ее. Ой, если вам 1000 раз скажу, совершайте баджан, выключили свет. Лайт карту, включите свет. Почему я говорю это? Если у вас есть сукрити, тогда вы обретете общение с саду. И вы обретете вкус к слушанию харикатхи. У вас также появится вера. Итак, Ясадева, он практиковал бхакти-йогу, и с помощью этого процесса он напрямую смог получить даршан Бхагавана. Он увидел Господа. Пурна Пуруша Бхагаван. К
Кто такой Пурна Пуруш? Браджендрананда Нашьяма Сундара. Он получил его даршан. Махарадж говорил, что он также получил даршан Кришна Лил. Как Кришна, он, будучи нерожденным, принимает рождение из лона своей матери. Как он со своими саки. Со своими саками совершает лилы, дружеские лилы. Если вы будете практиковать бхакти-йогу, вы сможете напрямую увидеть Господа. Практикуя бхакти-йогу, вы сможете получить даршан Бхагавана. Ясадева увидел еще одну вещь. Апашраян значит, что Ясадев, он увидел, что Майя, она была вдалеке от Господа, со сложенными руками, смущенная, она стояла вдалеке от Господа. И тогда, по милости Нарада Риши, Ясадева, он написал 18 Пуран, 18-ю Пурану Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам объясняется Кришна Сту, Бхагаван Своям. Кришна, он верховная личность Бога. Ран, Нрисимха, Калки — это все аватары, а Кришна, он аватари. Он является источником всех инкарнаций. Дхарма, карма, артха, мокша — это не наша цель. Кришна према является нашей целью. Кришна, самбанда, прем, прайоджана. У нас должны быть взаимоотношения со Шри Кришной, мы должны узнать о них и должны также иметь это своей целью — обрести Кришна прему. В Бхагаватам Ясадева он объясняет прекрасные Кришналилы в деталях. Лилы, проходящие во Вриндаване. Прарабдха и Уттарадха в 10-й песне Шримад Бхагаватам описывается. Его прекрасные лилы в 10-й песне. И также описание любви Кришны Гопи Брамара Гита, как Кришна отправляется из Вриндавана в Матхуру. Бхагаватам объясняет очень подробно Расалилу, как Кришна он отправляется в Матхуру, женится на 16108 женах, царицах Двараки. Царицах. У него было очень много сыновьев и дочерей, он убивает демонов в Двараке. Господь, он приходит в этот мир для того, чтобы защитить саду и уничтожить демонов. Он приходит для того, чтобы защитить саду. Бхагаватам описывает Матхура Лилу, Дварака Лилу. Ясадева описывает все эти вещи, все эти лилы. Поэтому Шримад Бхагаватам очень дорогая книга для всех вайшнавов. Для вайшнавов есть еще одна более дорогая книга, которую написал Кришнадас Кавираж Госвами. Но есть и эта книга Чайтанья Чаритамрита, но есть люди, которые критикуют ее. Они не понимают ее, и они являются апарадой.
Обычно люди любят послушать апокатху, то есть то, что противоположно истинной катхе. Допустим, в месте, где люди будут рассказывать о Посиданту какие-то плохие вещи, вы можете видеть, что там будет очень много различных людей. Но в месте, где будут рассказывать об истине, там будет очень мало людей. Возможно, майя даже не позволит вступить этим людям на порог, где будут говорить истину. Где говорят чистую харикатху, там собирается, ну, возможно, 200 людей, 500 максимум. А где говорят ложную харикатху, там собираются 2000 человек, даже 200 тысяч. Очень много людей, намного больше. Допустим, знаете, в магазине бриллиантов очень мало посетителей. Очень много, мало покупателей в магазине с бриллиантами. Но если возьмете обычный супермаркет, где продают дешевые украшения, там будут толпы людей. Люди будут бежать туда. Базары переполнены людей. И знаете, там не только люди. Там много еще мух, всякой гадости. Там обманывают даже людей. Но если вы видите, что в каком-то месте говорят чистую харикатху, абсолютную истину, там будет абсолютно немного людей. И я часто говорю, не ешьте рыбу и другие вещи. Не ешьте яйца. Не пейте алкоголь. И мы говорим, о, Махарадж, я пришел сюда слушать харикатху, а не все эти вещи. Махарадж. Говори харикатху, зачем ты говоришь мне, не ешь рыбу и другие запрещенные вещи? Но на самом деле это описано в шастрах. Мы должны есть чистые продукты, тогда мы сможем памятовать Господа. Если ваше тело нечисто, если ваш ум не чист, как вы будете способны помнить Господа? Вы сами скажите мне. Если внутри вы не очистились, как вы сможете помнить Бога? Бхагаван никогда не проявится для вас. И когда говорят чистую катху, люди, они не хотят это слушать, они даже не могут до конца досидеть и уходят. Послушайте внимательно, это правда. Когда вы говорите абсолютную истину, то люди, они не хотят это слушать. Говорим, не пейте чай, не курите, нет, 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 это не делать, то не делать. И люди говорят, ой, больше сюда не приду, ничего делать нельзя. Я думала, вы будете про Расалилу тут рассказывать, а вы тут говорите, не курите, не пейте. Нам нравится, когда человек рассказывает Расалилу, плачет, саки, саки, танцует сам Расалилу, и тогда вам нравится, и будет говорить, о, какая красивая харикатха. А в Гаудия Матхи они говорят только негативную катху. Нет, нет, не делайте это, оставьте то, оставьте это. Ну что за катха такая? Почему говорят только об этом? Оставьте это, оставьте то. Никто не захочет такое слушать. Но мы должны описывать чистую харикатху. И где будет проходить чистая харикатха, там будет очень мало людей, но Прабхупада,
Он говорил, даже если ты освободишь одного человека из Майи, это будет наилучшее. Это будет наилучшее, что ты сможешь сделать. И Вьясадева, он также говорит об этом. Вьясадева, он написал Шримад Бхагаватам. Это наивысшая книга. Но еще выше ее это Чайтанья Чаритамрита. Вся философия, все расы описаны также в Чайтанья Чаритамрите. Тот, кто бхавук, расика вайшнава, они всегда будут наслаждаться Чайтанья Чаритамритой. Махапрабху. Вы должны знать лилы Махапрабху. Вриндаван Дас Такур — это Вьясадев Гаура Лилы. Все, что он говорит в книге, Кришнадас Кавираж Госвами, он написал Чайтанья Чаритамриты невероятно красивым образом. Он написал все лилы Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы должны знать все это, вы должны понимать это. И таким образом все мы находимся в большом долгу перед Вьясадевой. Ведавьяса он написал Шримад Бхагаватам, и сегодня мы празднуем день его явления. И также Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Другие сампрадаи, они также следуют Вьясапуджи, но Сарасвати Прабхупада, он говорил, что Вьясапуджа у Майявади, она совсем другая, это нереальная, не истинная, потому что они не описывают учение Вьясадева. Если вы верите в гуру, но не верите в концепцию гуру, ну в чем тогда смысл? Значит, вы не находитесь под руководством гуру. Если вы не находитесь под его руководством, то это оскорбление лотосным стоп гуру дева. Вы принимаете гуру. Вы также должны принять его концепцию, и поэтому Кришнадас Кавираж Госвами, он очень четко объясняет, что Вьясапуджа Адвайтавади, знаете, что Майявади, они говорят, о, Вьясадева был сумасшедшим. Они поклоняются Вьясе и говорят, что мой гуру, он сумасшедший. А если гуру, он сошел с ума, тогда ученик, что с ним? Каково состояние ученика? Ну, сами подумайте. Если Гурудева, он сумасшедший, то значит ученик еще больше сумасшедший. Вы верите в гуру, совершаете гуру пуджу, вьяса пуджу. Пуджа значит удовлетворить, давать счастье. Это не только взять цветочки и предложить стопам гуру. Реальная гуру пуджа — это принять концепцию гуру, следовать наставлениям гуру, следовать истинному поведению, совершенному поведению. И когда гуру дает наставления, все его наставления, они всегда будут в соответствии с шастрами и также в соответствии с концепциями предыдущих ачарьев. То есть его наставления всегда, они основаны на наставлениях ачарьев и шастр. И все, что говорит Гурудев, вы должны стараться следовать его наставлениям. Вьясадев. Что он написал в шастрах? Он написал о паринамвад, о трансформации. Но адвайтавади, они не принимают эту концепцию. Они не могут установить адвайтаваду с паринамавадом. Поэтому они говорят, что на самом деле Вьясадева, он просто сошел с ума. Поэтому их гурупуджа, она не истинная. Истинная гурупуджа, когда мы принимаем концепцию гуру, следуем его наставлениям.
Ты можешь ругать меня, я твой ученик. Ты можешь ругать меня так, как ты пожелаешь. Я приму твои ругательства. Это значит быть под руководством гуру. Понимаете? Шрила Бхактисиддханта Прабхупада, он написал одну статью, что гуру пуджа Майвади — это не истинная пуджа. Это просто как посмешище какое-то. Для того, чтобы научить дать знания дживам в этом мире, Шри Чайтанья Махапрабху. Он совершает истинную Весапуджу с Нитянандой Прабху. Вместе с Читанием Махапрабху и Нитянандой Прабху они проводят Весапуджу. Первая личность, которая совершает Весапуджу, это был Читанием Махапрабху. Это описано в Читании Бхагаватам. И он сам сказал: «О, Нитянанда, послушай, завтра Весапуджа. Завтра Асади Пурнима, полная луна, Асара. И с завтрашнего дня мы начинаем Чатурмасию». Чатурмасию проводят во время Экадыши, в Двадыши или в день Пурнимы. И Махапрабху он сам говорит: послушай, Нитянанда. Махапрабху назвал Нитянанду Шрипад. Потому что Нитянанда, он был учеником Лакшмипати Тиртхи. Он был выше, он был как бы старше Махапрабху, а потому что Махапрабху был учеником Ишвара Пурипада. И как бы оказывая ему уважение, он называл его Шрипад. Завтра Весапуджа. Завтра мы должны удовлетворить Ясадева. Завтра придет очень много людей. Мы должны все организовать. Самое сложное — организовать пищу всегда. Когда вы думаете об еде, вы думаете о Джанардане, и когда вы думаете когда вы идете спать, вы думаете о Падманабхе. Никто не может совершать баджан голодным. Мы говорим харикатху, харинам, повторяем харинам, но в конце концов всегда мы хотим покушать прасады. Нам всегда нужен хороший просад. Чтобы было что пожевать, попить, посмактать. Итак, завтра будет Весапуджа. И сколько же людей придет? Тысячи людей придут сюда завтра. И нужно организовать для всех пищу. Не только кичри. Кичри недостаточно. Нужно организовать очень хороший просад. Чанарасу. Сладкий рис. Дал. Нут. Рис. Сабджи. Не только кичри. Нет, этого недостаточно. Надо, чтобы был очень хороший просад. Предложить его Бхагавану, а затем это будет просад. И предложить его раздать всем преданным. Махапрабху говорит: о, послушай, Шрипад, завтра Весапуджа. И где мы будем праздновать Весапуджу? Кто возьмет эту ответственность на себя? И Нитянанда Прабху он сказал. Он взял руку Шриваса, и он подвел его к Махапрабху. Нитянанда Прабху сказал: Прабху, завтра в доме Шриваса Такура мы проведем Весапуджу. Махапрабху сказал: Шривас, бедный браман, как мы сможем провести пуджу в его доме? Кто все организует? Нужны деньги или нет? Конечно. Санджай Прабху и Махарадж, они все организовали здесь, сцену. Каждый день я думаю,
как здесь Матаджи, как они служат здесь каждый день. И Пуджапад Тирса Махарадж, он всю свою шакти, всю потенцию он вложил в этих женщин здесь. Тирса Махарадж, он вложил всю энергию в этих женщин с этого места. Наш Пуджапад Тирса Махарадж, он так много энергии вложил в этих женщин. Я видел, как огромные-огромные кастрюли они берут, готовят в них. Даже брахмачари, они не могут готовить в таких больших кастрюлях. Вы не представляете, правда, огромные, огромные котлы. И эти женщины, они готовят там, я думаю, вау, как здорово, как Дургамата. Знаете, у матери Дурги, у нее 10 рук. Это правда. Я не преувеличиваю. Они так много служат. Итак, мне нужно закончить харикатху. Вам нужно покушать просад еще. Послужить просаду. Если ты там, Нараяна там, Лакшми там, то просто дай мне наставление, и тогда Махапрабху дал свои благословения Шривасу. И рано утром все преданные, они пришли, они предложили гирлянды, сандаловую пасту на лоб ставят точку. Махапрабху, он совершал нам Санкиртану. И вот уже подошло время, обеденное время, и Махапрабху сказал: «Хорошо, давай предложим Пушпанджали лотосным стопам Вьясадева». Потому что без предложения Пушпанджали мы не можем служить просаду. Нитянанда был учеником Лакшмипати Тиртхи. Махапрабху сказал: «Шрипад, отправься и предложи гирлянду лотосным стопам Вьясадева». Нитянанда был авадутом. Он держал гирлянду, но ничего не делал. Махапрабху сказал: «Иди быстрее, так много людей. Все должны предложить Пушпанджали». Он говорит: «Да, да, я предлагаю, предлагаю». Но он просто стоял и ничего не делал. И в конце Нитянанда, он не дал эту гирлянду Исадео. Он повесил эту гирлянду на шею Махапрабху. Нитагора Примананды Харихарибу. Послушайте, послушайте, я почти закончил. Итак, Нитянанда, он дает нам учение, потому что Махапрабху, он является напрямую Шри Кришной. Кто является источником Гуру Парампара? Кто является Гуру Парампара? Это сам Шри Кришна. Изначальным Гуру Татва является Шри Кришна, Аканда Гуру Татва. Нитянанда Прабху, он учит нас, что Кришна является изначальным Гуру Татвой. И затем они совершили Гуру Пуджу, и все преданные, они предложили лепестки лотосными стопами Садева и сочетание Махапрабху. Ваня Чакал Патрубища. Пожалуйста, примите просад. Завтра рано утром, пожалуйста, все приходите. Кто-то хочет получить харинаму или дикшу, пожалуйста, подходите. Я думаю, закончилась катха. Джай, Шагурдеева, Джуки, Джай.